Всем привет! Меня зовут Владислав Чернов, и мой доклад называется «Изменение процесса разработки и тестирования. Основные проблемы системы». Я работаю релиз-инженером Badoo. Как уже рассказывал Хек, Badoo — это прям жуткий хайлоуд, 195 миллионов пользователей, которые говорят на 52 языках по всему миру. И давайте мы сразу прям быстро начнем. Нужно ли что-то менять? Но как бы не всегда нужно что-то менять. Вот как здесь эта картинка — это пример плохого изменения. Но мы изменили свой процесс, и я сразу скажу, где. Мы изменили ее в мобильной команде. Мобильная команда базируется в Лондоне. Здесь базируется веб-команда, да, сайта. И мы изменили этот процесс. Почему мы меняли? Что мы хотели получить? Мы отталкиваемся от трех основных критериев. Это качество программного обеспечения. Оно нас не устраивало. То, что мы выдавали пользователям, и мы хотели его сильно улучшить. Это прозрачность процессов. Мы хотели, чтобы этап разработки и тестирования был полностью прозрачный, чтобы разработчик либо тестировщик понимал, что происходит в данный момент в жизненном цикле задачи. И скорость выкладки. Понятно, что мир меняется, мир становится другим. Программное обеспечение должно в короткие сроки попадать на продакшн, чтобы пользователь видел новые фичи, новые изменения и так далее. Но для начала, прежде чем перейти к самому процессу изменений, что мы меняли, я бы хотел немножко вернуться в прошлое и рассказать о том, что, как мы стартовали. Да? У нас уже была база, и база эта была от нашего сайта. Полгода назад у нас был доклад, я хочу немножко к нему вернуться и рассказать, что мы используем. У нас есть AIDA. AIDA — это Automated Interactive Deploy Assistant. Это пользователь, от которого мы запускаем все наши скрипты автоматизации, которые интегрируют и автоматизируют работы с Git, системой контроля версий, с Jira, как бактрекер у нас он стоит. CI-сервер у нас TeamCity, понятно, процесс Continuous Delivery через Continuous Integration. Для ревью кода мы используем Git PHP, и, конечно, у нас есть автоматизированное тестирование. И давайте посмотрим на старый флоу, который мы уже презентовали. Я немножко вкратце расскажу, как что происходит для PHP-кода. Все очень просто. Есть ветка мастер, от нее отводится ветка для каждой конкретной задачи. Она прилинковывается, скажем так, к тикету в Jira. Потом от мастера также отводится релизная ветка, и в нее автоматически смерживаются задачи, которые выбираются по определенному шаблону, понятно, готовые протестированные задачи, и они попадают в этот релиз. Релиз у нас два раза в день. Релиз формируется в полностью автоматическом порядке, тестируется и так далее. Ну и потом сливается обратно в мастер. У этой схемы есть свой плюс и свой минус. Плюс состоит в том, что в этой схеме мы можем за очень короткое время откатить задачу, которая содержит баг из релиза, и опять уехать на продакшн. Минус ее в том, что два релиза в день — это очень быстро. И если идут долгосрочные релизы, да, период очень большой, то получается, что изменения, которые делал разработчик какой-то в конкретной ветке, дойдут до другого разработчика за, ну, очень долгое время, если цикл релиза, ну, например, даже несколько дней. Да? Два релиза в день — это нормально. Несколько дней — это плохо. Ну и давайте быстро посмотрим этапы тестирования для каждой задачи. У нас их 6, 5 обязательных, 1 опциональный. Это, понятно, код-ревью, автоматический запуск юнит-тестов, когда идет переход задачи на статус resolved, тестирование на девере, девелоперское окружение с тестовыми базами, где можно проверить какие-то очень, ну, так скажем, маленькие, да, и обособленные вещи. Тестирование в шоте — это мини-стейджинг для каждой конкретной задачи с боевыми базами, конечно же, да. Там мы еще раз тестируем задачу. И потом, когда формируется автоматический релиз, он попадает на стейджинг, и там еще раз тестируются эти задачи. Вручном и, понятное дело, в автоматическом режиме. Ну и, конечно, опциональное тестирование на продакшене, если продукт-менеджер, либо тот, кто создавал задачу, хочет проверить, что она выполнена, может, это какой-то баг, и он исправлен. И он может попросить, например, тестировщика проверить эту задачу. И давайте поговорим про автоматизацию. Да? Автоматизация мы используем как систему контроля версии Git. Автоматизация в Git у нас как бы делится на два
этапа, да, грубо говоря. Первая автоматизация — это то, что делает AIDA, это автомерж. Ой, простите. Это автомерж. Она что делает? Она автоматически мержит ветки задач, ветку релиза, и также льет ветку мастер, опять же, ветку релиза, по причине того, что в мастер у нас накладываются патчи тоже через полуавтоматическом виде, через специальный интерфейс, и тем самым поддерживает консистентность. И мы используем хуки. Здесь просто, скажем так, немножко показано. Понятно, у нас есть запрещающие хуки, которые запрещают, например, пушить в центральной репозитории задачу с неверно названной веткой, да? Запрещает пушить код в задачу, которая, например, закрыта уже, да? Хуки нотификации. Идет нотификация в Jabber, в Mail и так далее по поводу, например, изменения статусов задач, то, что важно разработчикам, то, что важно тестировщикам. И системные хуки. Они, например, переводят задачи в Jira, автоматически, например, когда задача попадает в релиз. Они переходят там в определенный статус, он называется у нас inbuilt. И поговорим немножко тоже о баг-трекере. Баг-трекер тоже интегрирован, он автоматизирован. Интеграция и автоматизация. Ну, самое важное для нас — это то, что AIDA выбирает по определенному шаблону, когда он заполнен, когда задача уже протестирована, она выбирает данную задачу из баг-трекера и автоматически льет ее в мастер. Понятно, что баг-трекер интегрирован и с системой контроля версии, и с Git PHP, и с CI-сервером. Туда идут нотификации различные совершенно, да, меняются поля какие-то. И ну, как-то вот так вот все это крутится, грубо говоря. Ну и давайте посмотрим еще раз для PHP-кода непрерывную интеграцию, от чего мы отталкивались. У нас есть сборка. В CI-сервере, да, она подхватывает, что происходит. Идет мерж в релизную ветку, TeamCity подхватывает это изменение, начинается сборка, потом идет deployment на, deploy на стейджинг, прогоняются быстрые смок-тесты. Если все хорошо, сборка помечается как верная, и дальше ничего не происходит. Если тесты не проходят, сборка помечается как плохая, идет откат на предыдущую сборку. Это сделано для того, чтобы стейджинг был всегда в работоспособном состоянии. Для нас это очень важно, потому что это пребоевое, ну это боевое на самом деле окружение, и мы тестируем там достаточно большое количество задач в этом релизе, и мы не можем сделать так, чтобы стейджинг был, чтобы стейджинг упал. Ну вот эти все, да, непрерывность такая у нас идет прям. И немножко проговорим про автотесты. Они полностью запускаются у нас в параллельном режиме по причине того, что времени у нас от релиза очень мало, то есть это где-то 4 часа, и у нас уже запускается сборка, уже идет deployment на стейджинг, и запускаются автотесты все в параллели. Это юнит-тесты, селениум-тесты, функциональные тесты. Тестировщику нужно ограниченное количество, очень малое количество времени, чтобы понять, что-то в релизе происходит не так, например, какие-то тесты падают и так далее. Поэтому все происходит в параллельных процессах. Ну и давайте теперь вернемся опять к мобильной команде и поговорим, как бы действительно о теме этого докладов, изменения flow, разработки и тестирования. Ну и начнем мы с самого простого, что у нас было. Удивляться тут не стоит. Я думаю, что это есть у многих, но у нас это тоже было. И где-то еще даже есть. Просто ветка мастер, в нее идут коммиты. Потом, грубо говоря, лид разработки определяет, что релиз готов. Наступает код, фаза код-фриз. И, соответственно, идет тестирование этого релиза. Понятное дело, что у этой схемы есть свои плюсы и минусы. Ну, плюс, понятно, один. Что это лучшее флоу для разработки. То есть разработчик не задумывается, он пушат свой коммит в центральный репозиторий в одну ветку. Вот. Но есть огромное количество минусов. И минус — это минус самый главный. Это то, что это флоу никак не подходит вообще для тестирования. Почему не подходит? Ну, понятно, что, во-первых, фаза код-фриз, да, когда начинается тестирование, разработчики не могут работать параллельно, как минимум. Да, тестировщики тратят огромное количество времени, чтобы стабилизировать релиз вместе с разработчиками. Мы никогда не поймем, что в релизе, задача доделана или не доделана, что там происходит и так далее. Ну и время на это тратится огромное. Ну и как бы качество программного обеспечения очень сильно страдает. Ну, что мы поменяли?
мы сделали вот так. Сразу хочу сказать, почему нам не подошла наша схема для PHP-кода, которая работает, которая полностью автоматизирована и так далее. Не подошла она по некоторым нам причинам. И в основном по одной, потому что цикл релизов для мобильных приложений, он достаточно все-таки большой. Там, это где-то 2 недели, да, бывает по-разному. Бывает, конечно, это короткие сроки, но в любом случае это больше дня. И вот в этой схеме эта проблема как раз-таки решена. Решена очень просто. Как здесь все происходит? Есть ветка development, от которой отводятся ветки для конкретной задачи. Задача разрабатывается, проходит только один этап тестирования. И после него автоматически вмержится опять ветку development. То есть изменения другому разработчику доставляются в очень короткий промежуток времени. Фаза тестирования может занять там несколько минут, там, ну, максимум это будет, скорее всего, час. И, соответственно, разработчику достаточно потянуть ветку development, и он получит новые изменения. Что происходит дальше? Например, раз в сутки где-то примерно, у нас нет ограниченного какого-то времени, но примерно это раз в сутки мы создаем ветку integration для интеграционного тестирования. Да, там также гонятся автоматические тесты, там проверяются задачи вручную еще какие-то конкретно, да, гонятся юнит-тесты. И когда все хорошо, ветка мержится в мастер. Потом за какой-то определенный цикл, да, ну, это может быть опять же 2 недели, создается релизная ветка. В нее все попадают эти задачи уже в хорошем стабильном состоянии. Да, они уже протестированы в 2 этапа. И понятно, что мы получаем хороший боевой релиз, полностью сформированный. И начинаем еще раз его тестировать. Ну, как бы плюсы, которые для нас важны, это, как я уже говорил, быстрое получение изменений из ветки development. Мы видим полностью поэтапный процесс тестирования. И формирование контроля релиза. То есть мы видим все задачи, какие попали в релиз. Они все целостны. Но у этой схемы есть одна проблема. У нас нет отката задачи, мы не можем его никак реализовать. Да? И, соответственно, мы решаем эту проблему очень просто. Мы задерживаем релиз. Но так как релиз полностью сформирован, скажем так, да, и он уже протестирован, каждый в нем задача, притом на 2 этапах, то вот это время для хотфикса для какого-то, оно минимальное. Мы не задерживаем релиз на столько времени, как мы задерживали, когда стабилизировали ветку мастер. И нас эта схема устраивает, и она сейчас уже работает. Ну и давайте поговорим, с чем мы столкнулись, да? С чем это столкнулись? Основная проблема, на самом деле, при изменении workflow для определенной команды — это люди. У людей разные мнения, разный опыт, разные компетенции в тех или иных вопросах. Да? Чего ж греха таить, начальство не всегда вообще готово что-то менять. Да? И так это работает, и, возможно, люди не видят конкретную цель, что станет лучше. Но лучше точно станет. И решить эту проблему можно многими, конечно, способами. Самый лучший способ — это все-таки объяснение. Да, понятное дело, что лучше объяснять, что будет лучше, что будет качественнее, что вот мы идем к такой-то цели, и мы обязательно получим профит, скажем так. Да? Но, к сожалению, иногда и действуют такие цели, как что-то запрещать, ну и даже в самом худшем случае приказывать. Следующая большая проблема — это интеграция и адаптация инструментариев. То, что мы используем, это также баг-трекер, система контроля версий и так далее. Она, понятно, написана разными людьми. Она вроде бы из коробки пригодна для того, чтобы интегрировать это все вместе. Да? Но у нас возникает большое количество проблем с этим. Как минимум по причине того, что мы автоматизируем и работаем полностью со своей схемой. И в какие-то моменты у нас возникают вот именно такие проблемы. Сложность поддержки большой архитектуры. Что же здесь получается? Вы начинаете какой-то процесс, да? У вас появляется тот же CI-сервер, да, инфраструктура для тестирования и так далее. И если вы идете все дальше и дальше, то она разрастается, и разрастается она неимоверно. И вы наступаете на определенные грабли, когда вы ее поддерживаете. И это очень тяжело, вот это разрастание. То есть мы потом вот про эти 2 пункта я еще немножко подробнее расскажу. Но и мы для себя не нашли идеального решения на начальном этапе. Почему не нашли? Наверняка многие скажут, что, например, тот же GitHub, да, это хороший подход, он работает, да, но он нас в чем-то не устраивает. Нас он, например, не устраивает в том, что нет прерисерф-хуков. Нас не устраивает он в том, что сделать такую автоматизацию, как у нас, с GitHub невозможно.
Либо, например, вы можете сказать, что вот ваше flow похоже на стандартный git flow, да, который везде есть и говорят, что это идеальный подход. Да, действительно, оно похоже, очень похоже. Но опять же, если их сравнивать, то в том же, например, git flow нету интеграционного тестирования до того, как задачи уже попали в релиз. Там не все не так немножко с хотфиксами, как у нас. Ну и какие-то еще некоторые проблемы, да? И вот отсутствие идеального решения все-таки проблема на нас. Ну и давайте уйдем в частности. Немножко посмотрим частности. Интеграция с бактрекером. Первая проблема, да, то есть мы использовали на начальном этапе веб-хуки. Ну, грубо говоря, мы меняем статус задачи, исполняется какое-то действие. Сейчас мы от них полностью отказываемся. Почему? Потому что это действие единично. И по тем или иным причинам оно может быть не выполнено. И мы, наше простое решение, мы переходим на скрипты по крону. Избыточность нотификаций. Понятно, что AIDA в тикет задачи пишет огромное количество нотификаций. Например, ну, для примера, грубо говоря, когда ветку делается коммит, она пишет о том, что этот коммит произошел, и линки на git PHP. Да? Если у вас в ветке 200 коммитов, то она пишет 200 нотификаций. Эту проблему мы решили группировками, сообщениями и выноса отдельных нотификаций в отдельные поля. Они просто обновляются. Проблема, еще я не сказал, что проблема состоит в том, что вот из-за этих огромного количества сообщений разработчик, например, тестировщик может не увидеть что-то важное, что написал человек, например. Да? И хаотичность внесения изменений. На первом этапе, когда Jira только, скажем так, развивалась у нас в компании, что греха таить, у нас, грубо говоря, админские права на бактрекер имели огромное количество людей. И из-за этого создалась хаотичность процессов. Кто-то выбирал себе workflow, который его устраивает, создавал поля, создавал что-то еще. И при этом у нас не было каких-то единых стандартов. Сейчас мы решаем эту проблему в том, что мы делаем единую точку входа, пытаемся ее делать и стандартизировать определенные флоу. Конечно, у нас их уже сейчас не одно и не два, и даже не три, но мы вводим стандарты и пытаемся сделать так, чтобы какие-то изменения проходили через единую точку и были внесены по всем, скажем так, во все процессы. Следующая проблема с сервером непрерывной интеграции. Первое, что приходит, да, у нас была проблема с сложностью внесения новых изменений. Сейчас я объясню, в чем дело. Например, у нас где-то порядка 20, наверное, компонентов, да, которые собираются, в них прогоняются тесты, деплоятся на стейджинг либо на development окружение по определенной схеме. И мы включали их в схему в Continuous Integration по очереди, пытались внести какие-то стандарты, но мы сделали огромную ошибку. Так как процесс совершенно одинаков, и на самом деле сборки у них даже, например, идут одинаково, только с какими-то различными параметрами. И мы сделали ошибку, то, что вносили это как бы поединично. Да? И в итоге что у нас получилось? У нас 20 компонентов, когда нужно что-то поменять в процессе, какую-то, может быть, мелочь, добавить какой-то параметр и так далее, и мы просто занимались сплошным копипастом. Мы решаем эту проблему сейчас и переходим полностью на шаблоны сборок. То есть у нас есть единый шаблон, и для этого шаблона мы стандартизируем не только процесс, но мы и стандартизируем сами, например, сборки, да? Папки в директориях и так далее, где лежит конфиги, там еще какие-то файлы, аппликейшены, именования. То есть мы полностью приводим к одному стандарту для того, чтобы сделать одно изменение в какой-то части этого конфига, да, и получить это изменение во всех сборках, во всех вот этих процессах непрерывной интеграции. Ну и также проблема избыточности нотификации. Если вы достаете тот же TeamCity сервер из коробки, начинаете что-то делать, в нем настраивать, да, как правило, все настраивают какие-то быстрые нотификации и, ну, честно, забивают на это. Да. Мы столкнулись с такой проблемой, что в почту нам льется каждый день порядка там, 400-500 сообщений, примерно там, в одинаковом порядке, о упавших тестах, о упавших сборках и так далее. И в какой-то период времени люди, опять же, их перестают просто читать. Мы разделяем сейчас нотификации на какие-то потоки, мы пишем конкретным людям, мы пишем в Jabber, мы пишем в Mail и так далее. Ну и последнее. Автоматизированное тестирование. Здесь две проблемы. Первая проблема — это время прохождения тестов. Решили мы ее
Даже не так, я расскажу, как это было. На каком-то этапе времени, сейчас, вообще сейчас, у нас 24 тысячи, наверное, или 25 юнит-тестов. И где-то на этапе 16 тысяч тесты начали проходить до PHP-кода, например, да, они начали проходить 16 минут. Ой, на этапе 16 тысяч они начали проходить где-то порядка 22-25 минут. И так как мы выкатываемся очень быстро, да, у нас возникает проблема то, что тестирование, разработка ждет, как они, когда они пройдут, и чтобы посмотреть результаты. Решили мы на тот момент эту проблему тем, что мы создали многопоточную пускалку, про нее не раз рассказывали, наш замечательный коллега Илья Кудинов, он на Рите про нее рассказывал и так далее. И сейчас у нас 25 тысяч тестов, также идут за примерно там 3,5 минуты, 8, по-моему, потоков, если я не ошибаюсь. И этим мы решили эту проблему. Вот. И на самом деле это не все. Оказывается, что на самом деле в какие-то моменты времени нужно просматривать эти тесты и делать выборки, например, по самым плохо долго проходящим тестам, да, и смотреть на них, и стараться их оптимизировать. Потому что даже у нас такая возникла ситуация, что мы, опять же, как бы, грубо говоря, забыли про это и даже не думали, что в какой-то момент времени, несмотря на пускалку, еще на что-то, у нас опять начнут проходить тесты очень долго. Но после оптимизации, когда вы начинаете в них разбираться и что-то оптимизировать, да, возможно, какую-то часть тестов самых долгих проходящих, у вас все вернется на круги своя. Но этот процесс непрерывен, и это надо делать постоянно. Еще хотелось бы поговорить об отложенном тестировании. Я немножко отвлекусь и скажу, что любой стартап, да, понятно, откладывает тестирование на момент понятия того, успешен он или нет. То есть идет разработка, он выходит в продакшн, понимается, что стартап успешен, и начинается тестирование этого стартапа. И как ни странно, у нас также это сложилась эта ситуация. Но она сложилась уже внутри компании. Когда мы разрабатывали AIDU, для нас это был стартап. И мы ее накручивали, она делает огромное количество операций автоматически. Она мержит ветки, она шлет нотификации и так далее, и так далее. Ну, вот я сейчас уже часть рассказывал, да? И тестировали мы ее, скажем так, не по процессу, а тестировали мы ее сами, выкидывали на продакшн. И в итоге мы столкнулись с такой проблемой, что любая наша ошибка, да, и AIDA же выполняет, код выполняется, и любая ошибка AIDA, скажем так, станет для нас очень дорого. То есть если в релиз замержена, например, не та ветка без тестирования, и нет возможности, например, отката этой задачи, либо еще чего-то, вот этот процесс, он очень дорог. И мы сейчас решаем эту проблему очень просто. Мы создаем для тестирования нашей автоматизированной системы полноценный стейджинг. Грубо говоря, да, это вторая Jira, вторая TeamCity, вторая AIDA и так далее. И начинаем на ней тестирование. Мы стараемся ее покрыть функциональными тестами, и в какие-то моменты, когда фича очень важна для нас, выкатываем ее на стейджинг и проводим даже ручное тестирование, то есть уже средствами отдела QA. Ну, на самом деле не все так плохо. Как бы вначале я говорил о том, что мы изменяли процесс в мобильной команде, и мы давайте посмотрим все-таки на результат, добились ли мы чего-то. Для мобильных команд данный flow работает, и мы посмотрим результат на Android-приложении. Вот эта версия 2.24. Здесь показан очень простой параметр, на самом деле. Это число загрузок в день. Он реальный, он снят вот буквально на днях. Число загрузок в день, да, и количество крашей. Здесь 750 тысяч загрузок и примерно 3 тысячи крашей. Это старая версия приложения, которая жила в таком непонятном состоянии, когда мы только переходили и так далее. А вот это вот новая версия приложения. 3,7 миллиона загрузок в день и 8300 крашей. Да? То есть если мы, грубо говоря, поделим, мы получим прирост где-то в два раза, именно потому, ну, не прирост, а как бы, как сказать, уменьшение, да, в два раза. И мы считаем, что это очень хороший показатель, на самом деле, именно качество. То есть как мы выросли, при том flow, вот это новое, оно только сейчас как бы еще развивается, мы будем еще автоматизировать определенные части. Если здесь пример как бы андроида, с iOS, я даже не буду лукавить, там гораздо все хуже, там не такая радужная картина, да, как здесь.
Но мы будем стараться, и я надеюсь, что мы когда-то похвастаемся о том, что его приложение выросло до таких же стандартов. И напоследок я хочу сказать, что на самом деле все проблемы в любом случае превращаются в сложность. Спасибо вам большое. Ваши вопросы. Ну, кому дадут микрофон? Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за доклад интересный. Можно чит-код и несколько вопросов? Значит, чего? Чит-код, несколько вопросов. Давайте. Первый вопрос по поводу Jira. Насколько у вас хорошо ее приручение вообще идет? Потому что, ну, это же Atlassian, вот этот монстр неповоротливый. У вас большая кодовая база, много коммитов, много веток. Как бы. Оно двигает, живет на ваших серверах, у Atlassian живет. Она живет на наших серверах. Почему? По поводу коммитов мы используем для ревью кода Git PHP, да, и мы пытались использовать Fishai, да, но наше огромное количество веток, там, я сейчас не знаю сколько, но, наверное, что, тысячи две, может быть, две с половиной. Fishai индексирует двое суток. Вот. А Git PHP работает достаточно быстро, и, соответственно, мы живем с Jira достаточно неплохо. Спасибо. Соответственно, второй вопрос. TeamCity, он стоит денег. То есть насколько он добавил вам больше кайфа разработчикам или управляющим? То есть, ну, он стоит денег, но экономит деньги, да? То есть, да, если бы вы делали это на круиз-контроле, там, на Дженкинсе, на еще какой-нибудь тулзе опенсорсный, и вы наверняка пробовали, то есть в чем профит основной? Ну, то есть, если вот самые главные там три поинта TeamCity перед всем остальным. Самые главные три поинта? Но самый главный поинт — это поддержка в любом случае. То есть мы также заводим какие-то баги, да, либо доработки, и нас поддерживают, потому что, ну, как бы дорабатывают его, грубо говоря, не под нас, но какие-то наши хотелки они делают. Это, наверное, самый главный поинт. Да. Второй поинт — это то, что TeamCity хорошо развивается и развивается за счет же, опять же, своей команды разработчиков, а, например, не плагины, которые пишут сторонние люди, потому что это, с одной стороны, плюс, но с другой стороны, минус, потому что качество исполнения их не всегда хорошее. Но и третий, как вы даже сказали, да, он очень понятен и для тестирования, и для разработки, ну и даже для ресерч-инжиниринга. То есть это как бы третий. Ясно, спасибо. И последний вопрос по поводу тестирование веточек с фичами, они в новом Flow, вы сказали, они тестируются отдельно. Я как понимаю, вы не пользуетесь ребейзом, если я правильно помню, из вашей статьи на Хабре. Соответственно, веточка, она тестится вот на тот момент, как она готова перед мержем, или она как-то отдельно мержится в девелоп и в смерженном виде тестится, и потом уже мержится на самом деле? Нет, здесь все просто. Про веточку я понял, что вы хотите спросить. Я не стал рассказывать просто, но здесь очень хитрый алгоритм. Смотрите, ветка отводится от development ветки, да, тестируется, когда закончен, прошел код ревью, разработка как бы завершена, она тестируется, и тестировщик ее переводит в определенный статус, и она мержится в ветку development. Но здесь все сложнее, как вы говорите, мы не ребейзим, да. Здесь проблема в том, что вот в интегрейшене в релизе мы не можем отвести ветку от ветки development, да, чтобы что-то пофиксить. И у нас есть автоматизированный процесс. У нас есть скрипт, который смотрит на тикет в Jira и понимает, для чего это, как бы, для чего будет создана эта ветка. Если эта ветка регулярный баг, то он создает ее от ветки development. Если это integration баг, то он создает ее от integration. Да? Если это релизный баг, то от релиза. И, соответственно, когда опять же ветка проходит процесс, например, для релиза она отводится от активного релиза, проходит процесс тестирования и опять мержится автоматически в релиз. То есть это ваши скрипты захватят мир, как бы, судя по всему. Ладно, спасибо большое. Не за что. А у меня вопрос, можно? Я здесь. Спасибо за доклад. Вот как раз вот по вот этой вот схеме у меня вопрос. Давайте. Смотрите, вот у вас от девелопмента ветку отпочковали, и там в конце, прежде чем обратно смержить, мы ее в юнит-тестирование отправляем. А в какой среде вот это тестирование проходит? Насколько эта среда там изолированная, близкая к продакшену и так далее? Близкая к продакшену? Ну, смотрите, здесь два на самом деле варианта. Опять же, все зависит от конкретной задачи. Все-таки это же компилируемый код, да, это прикуха. И, соответственно, тут тестировщик сам определяет, в каком среде его проводить это тестирование. То есть здесь происходит очень просто. Юнит-тесты, если я сейчас не ошибаюсь, гоняются на девелопменском окружении, да?
И происходит это очень просто. То есть, грубо говоря, есть на DVL папка с PHP-шным кодом для сервера, да, там с базами и так далее. И application подключается к ней, и идут, например, автоматические тесты. Там юнит-тесты, Calabash-тесты, например, там, да, еще какие-то. Вот. А если мы говорим о тестировании на стейджинг, то да, мы также можем тестировать эту аппликуху на стейджинг окружении. Но для этого просто достаточно собрать как бы бинарник, да, не прогоняя какие-то тесты именно на стейджинге в автоматическом режиме, потому что все-таки базы засоряются, там пользователи и так далее. Но я знаю, что критические какие-то вещи тоже и в автоматическом режиме, и в ручном режиме проверяются на стейджинге. Интегрейшн и релизы, конечно же. А как быть вот с теми изменениями, которые там ну, необратимо меняют базу? Ну, их стараются не писать. Необратимо меняет пользователь. Ну, мы же проводим все тестирование на пользователях. То есть это тестовые пользователи, которые заливают, например, фотографии, там как-то общаются в сообщениях и так далее. Но сами тестировщики понимают, что что-то трогать можно, что-то трогать нельзя. То есть, но в основном таких изменений не так много. Я думаю, что, возможно, кто-то из коллег подскажет, но я думаю, что их не так много. Ну, то есть, грубо говоря, вы не плодите какие-то тестовые среды для предварительного там прогона или еще что-то? У нас есть девелопмент-окружение, оно огромное, оно повторяет продакшн, там две площадки, да, и оно же также используется для мобильного тестирования. Ну, и, собственно, на нем вы как вот на кролика тренируетесь? Ну, стараемся, да. Ну, и стейджинг, конечно, тоже он есть, без него никуда, потому что там другие совершенно параметры пользователей и параметры системы. Спасибо. Здравствуйте, я слева от вас. Здравствуйте. Вы сказали, что вас не устраивает качество. Можете сказать, что для вас качество в баду? То есть что это? Количество возвратов, быстрота разработки фичи, выкатка на паблик, что это? Качество в баду? Ну, качество в баду, да. Ну, мы работаем ради своих пользователей, что если что-то, например, у пользователя произошел краш, да, либо он видит какую-то не ту информацию, либо там приложение не так открывается, для нас это качество. Все-таки быстрота выкладки, это для нас тоже важно, но все-таки мы как бы живем ради своих пользователей и работаем ради них. Вы это все меряете? Да, конечно, то есть это все измеряется, ну как минимум краши, вот я сам показывал вам да, картинки, то есть краши имеются в определенном там программе, но мы стараемся еще больше мониторить, какие проблемы у них возникают, где там какие ошибки и так далее. Понятно. Вы еще сказали про количество тестов. У вас 25 тысяч юнит-тестов. Это для PHP, это не для мобильных. Да, я понимаю. Да. Вот мой вопрос. Есть же еще остальные тесты, например, фанк-тесты, есть Selenium-тесты. Вы улучшили, ну, распараллели юнит-тесты. Сколько у вас гонится, например, остальные типы тестов? Остальные типы тестов сейчас, грубо говоря, мы разбиваем также на какие-то пачки, да, и гоняем их несколько потоков. Они тоже для PHP, например, они гонятся недолго. Для мобильных приложений, конечно, там все хуже, мы пытаемся что-то сделать, но сказать, что у нас прям вот есть какие-то прям грандиозные результаты, нет. Но мы пытаемся как-то их либо разделить, либо уменьшить, оптимизировать и так далее. Ну, какие-то успехи мы получаем, какие-то нет. Все-таки для PHP я, наверное, думаю, что у нас больше успехов. И в Selenium, и ну, там, как бы, конечно, лучше расскажут то тестировщики, да, потому что они же этим занимаются. Но мы как бы пытаемся. Подходите на стенд, с удовольствием да. мы вам и еще. И все же про два релиза в день. Вот есть да. вопрос. Мне просто хочется понимать, что это такое. То есть, сколько у вас все-таки уходит времени на конкретный релиз? То есть, не вот от начала зарождения релизной ветки, если она у вас такая есть, я просто не досмотрел схему. Есть, она называется вот. Build. Просто она там есть, она, мы ее называем билд, я не знаю. Релиз как... это релиз приложения фронта, бэкэнда. Вот что именно вот под релизом подразумевается? Это все, кроме баз. Это весь PHP-шный код, который у нас есть. Просто чтобы ко мне руководство не пришло и не сказало, баду релизится два раза в день. То есть продукт пришел с утра, разработчики что-то поделили два дня. Они по времени. Они утром. Мне хочется понять. То есть два релиза в день это вот жизненный цикл это сколько релиза? У релиза? Да. Ну, где-то 4 часа. То есть мы релизимся утром и релизимся вечером. Это выезжает весь PHP-шный код. Ну, это правда, это так. Но в релиз, соответственно, попадает только протестированная ветка, потом она все собирается и тестируется 4 часа. Да. Окей. То есть релиз живет 4 часа, тестируется она, скорее всего, меньше. Я понял. Да, спасибо. Так вот так. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за интересный доклад. Вы говорили о динамической достаточно разработке, то есть два релиза в день.
Ну, это опять же для PHP, да. Ну да, для PHP, но вопрос заключается в следующем. PHP, он взаимосвязан очень сильно с базой. Ага. Как решаются проблемы именно, если есть изменения именно в девелопменте с базой? Ну, по одной ветке можно разбить на несколько веток, и тестирование происходит каждой ветке отдельно. Под это развернутся база отдельная, если есть изменения в каждой ветке по базе, то как происходит тестирование? Это первый момент. Uh-huh. И второй момент, соответственно, опять же с базой. Данные на девелоперском сервере, да, они значительно отличаются от боевого. Как uh-huh. учитываются риски и нагруженность, загрузка и возможные последствия, ну, провисоны и так далее, которые могут возникнуть на боевом. Мы поняли, да. Я думаю, что я передам, вот микрофон он сейчас возьмет мой коллега, он потому что очень любит этот вопрос, и он, наверное, отвечал на него раз, несколько тысяч раз. Вот, я, конечно же, знаю тоже на него ответ, но я не буду отвечать. Да. Юра Насрединов. Я очень люблю, да, отвечать на этот вопрос, это правда. А у нас 100 серверов баз данных, и на них довольно высокая нагрузка приходится каждый раз, каждый день. И даже в минимум трафика у нас все равно довольно высокая нагрузка на базу данных. Поэтому никакой миграции мы в автоматическом режиме не делаем. Она делается в случае, когда происходит, ну, в случае, когда минимальная нагрузка на сервер, баз данных, то есть в минимум трафика, отдельными тикетами админом заранее делается alter table там, нужных таблиц или нужных колонок, или там создаются новые таблицы. На DVL они создаются сразу, на продакшене они создаются тогда, когда будет готово. При этом изменения в базу данных проводятся таким образом, чтобы, ну, например, колонки мы не переименовываем никогда, потому что старый код, ну, не будет работать. Если колонку нужно добавить, то мы ее добавляем сразу, а потом выкладываем задачу. Если нужно колонку удалить, мы сначала выкладываем задачу, потом удаляем. Принципиально схему базы мы не меняем для сайта. Для каких-то внутренних сервисов мы действительно это можем себе позволить, для сайта не можем. Поэтому мы это делаем поэтапно, если это требуется. Юр, как-то грустно об этом рассказывать. На самом деле это такой очень хороший подход, да, то есть и мы изменяем просто данные, да, и ничего не мигрируем. Но на самом деле того же Юра очень есть замечательная статья на Хабре, да, как мы мигрировали. Я не помню, сколько пользователей в день там из одного дата-центра в другой. Она такая прям очень мощная, там все расписано. Вот. Нет, но так. Ну базы же там тоже были. Ну блин, все равно. У вас достаточно динамическая разработка, а вы говорите о заранее подготовленных тикетах на изменение структуры базы. Как тестирование это осуществляется, если это в разных ветках может быть задействовано? Здесь должно быть, здесь не должно быть. Тестирование? Да. Мы тестируем каждую задачу. Я понимаю. Ну да. Ну. Так а тестовый стенд баз, он отличен для каждой задачи или нет? Тестовый стенд баз? У нас одно девелоперское окружение, оно, грубо говоря, не отлично. Базы не отличны. Просто есть, изменение в структуре базы в одной ветке это может работать, а в другой ветке может привести почему? К... Мы вносим изменения таким образом в базу данных, да, чтобы существующий код, все ветки работали. То есть мы добавляем, например, таблицу и все? Ну да, добавили столбец. Ну, а например, тоже код дефолтовые значения не поставили. И в другой ветке, где идет вставка в эту в таблицу, произошел крэш, в этой все работает. Ну, например. Я правда, да, я не очень понимаю вопроса. То есть, но если вы так пишете код, ну да, это не будет работать. Просто это примитивный пример. На самом деле могут быть случаи гораздо сложнее. Нет, мы пишем код так, что туда могут добавляться колонки в любой момент, и будет все работать. Окей. А версионность базы вы поддерживаете? Нет, у нас 100 серверов баз данных, на них там 30 терабайт данных. Как вы версионность на них будете поддерживать? Хотя бы структуру. Ну, а как, что значит версионность структуры? Там одна структура на всей если базе. Если нужно срочно откатиться для предыдущей нельзя ветки. Нельзя сделать, потому что нагрузка на базу такая, что alter table бесполезно делать. Нужно изменять код, чтобы он работал. Мы не можем этого себе позволить. У нас очень большие объемы баз данных. Я думаю, Юрий напишет все-таки нам статью очередную. Нет, да, я просто... У нас тоже очень большие объемы данных, поэтому вот как раз и интересно, как решается эта проблема. Никак это не делается. Спасибо.
Здравствуйте. Прямо перед вами. Здравствуйте. Спасибо за интереснейший доклад. На самом деле, очень здорово было послушать про Flow. И, насколько я знаю, это доклад сейчас повторяет отчасти статью, которая была 2 месяца назад, да, на Хабре? Частично, да. Начало повторяет, да, конец нет. У меня вот вообще такой вопрос, как у бывшего тестировщика. Сколько у вас человек в тестировании и сколько, как они соотносятся к количеству разработчиков? А вот руководитель тестирования сидит, вот вам расскажет. Я сегодня передаю все вопросы как бы. Здравствуйте, меня зовут Илья Агеев. Я руковожу тестированием и процессами релиза в Баду. Процентное соотношение, если мы посмотрим какие-нибудь каноничные классические книжки, источники, да, это где-то 3-4 разработчика на одного тестировщика. Вот мы примерно этого же количества стараемся держаться, за небольшим исключением. У нас просто много разных команд разработки, которые пишут разный код, даже если мы говорим только про PHP-шников. Да. Есть команда, которая пишет биллинг, есть команда, которая пишет бэк-офис, есть сишники, есть мобильные разработчики, про которых мы говорили. И вот во всех этих командах тестировщики, они не соответствуют отношению 3-4 разработчика на одного тестировщика. Соотношение разное, это зависит от количества задач. Вот. Но в принципе для самой большой команды PHP-шников, которая делает у нас морду сайта, эта команда у нас называется Fitch Team, вот в этой команде это соотношение такое. Еще вот у меня вопрос относительно того, вот вы считаете, что ваш флоу, оно соответствует канонам TDD, допустим, или BDD, и, насколько я знаю, BDD сейчас довольно-таки популярен, то, что behavior-driven development, да, и вот, пишут ли у вас сценарии BDD и запускают ли? Ну, на этот вопрос тоже отвечу я. Для мобильной разработки мы используем фреймворк, который поддерживает BDD-сценарии. И более того, мы пишем кроссплатформенные тесты для Android и iOS приложения. И у нас это разделено на слои, грубо говоря, верхний слой фичи, в которых идет описание в терминах BDD. А нижний слой — это код, который специфичен для платформ, который выполняется. Вот там это работает, да. Для остальных команд нет, BDD мы не используем, мы используем PHP Unit Framework. Для PHP-шных задач, для C-шных демонов мы тоже используем PHP Unit, просто демона тестируем по методу черного ящика, да, делаем запрос, ожидаем какой-то ответ, сверяем его и так далее. Добрый день, вопрос. Я здесь. Спасибо большое за доклад. Сам пробовал внедрять CI, какие-то такие процессы. И столкнулся с такими проблемами. Первое — это, конечно, версионирование, раскатка базы данных, но это было уже сказано. А второе, если мой код использует какие-то дополнительные бинарные данные на продакшене, то есть он хоть не только в базу данных, у него есть какие-то свои справочники. Как правило, эти справочники могут быть большие, и их неудобно класть в Git. Он просто начинает тормозить, плохо их переваривает. И получается, что вся система CI рушится. Система? Если, ну, да. А если вот какие-то пути выкладки не столько кода, сколько данных, которые для кода в приложении мобильном, это, наверное, ресурсы, там всякие картинки, графика и так далее. Ну, ты что хотел сказать? Давай про справочники. У нас на самом деле выкладка происходит только кода, да, как вы правильно сказали. То есть у нас, в принципе, никаких данных, по крайней мере, в большом количестве, в коде не содержится. И если нам нужны какие-то справочники, то мы их кладем просто в PHP-файлы, которые автоматически генерируются и раскладываются вручную тогда, когда это требуется. Опять же, как из базы данных, у нас код обратно совместим и с новым форматом, и со старым форматом. Ну, то есть, грубо говоря, мы никогда не переименовываем ничего. То есть мы всегда либо добавляем, либо если мы удаляем, то мы удаляем только тогда, когда это перестает использоваться. То есть ровно точно так же, как с базой данных, справочники у нас не версионируются. Всегда используется последняя версия, и она одинакова на всех машинах.
То есть как из базы данных, она общая для всех серверов. Ну, мы раскладываем отдельные утилиты, там, ну, она, по сути, делает rsync от этих PHP-шных файлов и заменяет те файлы, которые есть атомарно. Ну, то есть сайт как бы продолжает работать, просто мы потихонечку обновляем справочники и какую-то другую прегенерированную информацию. Она у нас занимает там порядка гигабайта. Если говорить, я добавлю еще немножко, если говорить о компилируемых приложениях, да, и вы говорите о справочниках, как, например, о картинках, там, возможно, о переводах и так далее, там, конечно, разные решения. Здесь все зависит уже от конфигурационного самого управления, то есть для чего вы используете эти данные. Возможно, это какие-то зависимости для сборок, да, тогда там один подход, тогда все нужно разделять, версионировать, подключать, возможно, использовать репозитории какие-то сторонние, да. Если вы говорите просто о подходе, например, то, что вам нужно картинки там, которые уже используются, например, для тестирования, либо в самом приложении. Возможно, например, переводы. К сожалению, для мобильных приложений у нас сейчас это не так, но мы хотим их перенести, конечно же, в базы. И что при сборке работал алгоритм, когда переводы попадают в билд уже из базы, да, и там же переводятся. А вот, если говорить о картинках, то они, к сожалению, на данном этапе тоже хранятся в самом мобильном приложении. Вот, и тут надо делить именно подход, для чего вы используете как бы вот эти ресурсы, да, либо для сборки, либо уже для тестирования на каком-то окружении и так далее. И к этому подходу уже надо идти и смотреть, как это работает. Понятно. Вот. А можете сказать примерно, какое отношение релизов, которые с ручным участием, то есть с альтером, тейбл, с выкаткой, отдельным тикетом админа на выкатку каких-то справочников, к релизам, которые полностью автоматически проходят и в общем… Полный цикл вы имеете в виду, да? Да. Но на самом деле, если вы говорите… Да на самом деле небольшой. Все-таки релизов, если для PHP мы берем гораздо больше. То есть их все-таки два релиза в день, а апдейты, они случаются не всегда, что это выкатки, да, например. Мы же вообще делим как бы выкатку на продакшн, да, у нас также работает там очень популярный подход, когда вы включаете фичу, либо выключаете ее. И мы, например, отдельно раскладываем какие-то конфиги, которые включают фичи в каких-то странах. И тогда, если брать все, что мы обновляем на продакшене, тогда, наверное, это где-то… Ну, может, один там к трём, вот так вот, то есть три релиза, одно обновление. Но в основном это, наверное, больше цифры. То есть раз на раз не приходится. Все зависит от того, что попадает на продакшн, какие фичи, например, какие обновления и так далее. Понятно, спасибо. Не за что. Такой вопрос есть чисто вот организационный. Вот, у вас есть различные команды разработчиков, и в принципе ваша система, она довольно гетерогенна, да? То есть есть и мобильная там часть, и все, да. Значит, есть отдел тестирования. Каким образом у вас организационно привязаны сотрудники отдела к тестированию, к этим командам? Привязаны ли они вообще? И в принципе, как вы управляете вот, человеческими ресурсами? То есть вот в этом плане. И связанный с этим еще вопрос. На каком этапе и когда сотрудник отдела тестирования попадает, если попадает в работу с какой-то командой разработчиков? Раз. Тестировщики не привязаны к группам разработки, если вот говорить о там, структуре, которая принята в скраме, да, допустим, что есть выделенная команда разработки, для них есть выделенный тестировщик. Нет, у нас ближе это не работает. Тестировщики у нас разделены на команды в зависимости от того, задачи какой команды разработки они тестируют. Грубо говоря, там есть 10 разработчиков, которые пишут биллинг, и есть 3 тестировщика, которые тестируют биллинг. Разработчики, у нас continuous integration, да, разработчик работает над задачей, после того, как задача перешла в определенный статус, эта задача падает в очередь тестирования. У тестировщиков есть лид. Вот опять же, если спускаться к биллингу, у этих трех тестировщиков… Это лид, связанный конкретно с командой разработки, да, вот, или с этим направлением разработки? С этим направлением разработки. Этот лид в разных командах тестирования по-разному, либо сам распределяет задачи, либо ребята берут и из очереди берут себе задачу. При этом это не всегда вот работает именно так, потому что я стараюсь, чтобы у меня люди мешали между собой задачи. Допустим, если это команда биллинга, иногда к ним могут попадать задачи там, команд бэк-офиса. Почему? Для того, чтобы люди не теряли связь
компонентов, разных компонентов сайта между собой и были в курсе, что делают другие команды. Вот как-то так. А то есть в целом вы стремитесь к тому, чтобы тестировщики были в курсе вообще всего, что у вас делается? Да? В том числе еще и поэтому у нас раз в неделю есть такой внутренний семинар в тестировании. Формат вот похож на вот этот вот, на конференцию. Вот назначается один человек, который выходит и рассказывает что-то про задачи, которые он делал, например, про решения, которые принимались и так далее. Ясно. Вот по этому поводу, да, это очень ценная вещь. И, может быть, связан с этим технический вопрос, да, вот в принципе. Вы тестируете мобильное приложение. Допустим, что-то происходит, да, вы при этом не знаете, проблема в мобильной части или в бэкэнде. У вас разработчик, связанный с мобильной частью, да, и вот команда, вот это вот Android или iOS, значит, и с ними связаны, соответственно, люди из отдела к тестированию. Так, вот каким образом вы диагностируете дальше, как бы вот то, что у вас произошло? То есть вот есть вот краш, да? Там, краш, он виден при тестировании мобильного приложения, да? А при этом проблема, она может быть в бэкэнде. То есть вот что вы делаете? Это ясно. Это зависит от каждой конкретной ошибки, от каждого конкретного приложения. Тут нет единого какого-то, единой какой-то рекомендации, что всегда надо делать так. Естественно, нет. Люди у меня более-менее компетентные, и когда происходит какая-то ошибка, люди умеют собирать логи, как, если мы говорим про мобильное приложение, как на клиенте, так и на сервере, смотреть, анализировать. Конечно, бывают ситуации, когда непонятно, где бага. Ну, в этом случае тестировщик идет к разработчику, и они разбираются вместе. Все по-разному. Единой рекомендации я дать не могу здесь. Хорошо, спасибо. То есть, в принципе, вот это вот то, что вы стараетесь поставить так, чтобы все сотрудники отдела к тестированию были в курсе, да, вот как бы всего процесса, это, в общем-то, может быть, как бы само решает. Спасибо. Пожалуйста. Вопросы закончились. Все? Владислав, вроде спасибо. Да. Спасибо вам. Увлекательный доклад. Спасибо большое.